Меня часто спрашивают, как лучше всего накачать пресс. В большинстве случаев вообще не важно, какие упражнения делаете ли вы на пресс. Для большинства людей, даже если выполняется 3 раза в неделю по 3 подхода на пресс, это вполне достаточно, чтобы уже через месяц мышцы живота натренировались и были четко прорисованы. Единственное, что слой жира на животе, чтобы вы увидели свой пресс, должен быть не больше, чем 10 мм. В данном случае у меня толщина складки на животе 4 мм. Естественно, пресс видно, даже если его вообще не буду никогда тренировать. Что, в принципе, и не делаю. Но иногда бывает, что у человека действительно слабо выражены мышцы живота. Как лучше всего построить именно хорошие кубики пресса? Сейчас я покажу вам самое лучшее упражнение для массы кубиков пресса. Когда мы работаем на массу, мы всегда используем дополнительный вес. Если вы хотите накачать массивный пресс, вы должны подобрать такой вес отягощения, с которым вы можете сделать не больше 8 повторений. Спасибо. And I may break your heart, but I don't really think there's anybody as bomb as me. So you can take this chance in the end, everybody's gonna be wondering how you deal. You might say, this is ludicrous, but tie your crew, tell her how you feel. Now listen to me, baby, before I ever leave you. They call me heartbreaker. Evade it.